Кто курить тебя учил? Ля-ля-ля-ля-ля. Рюмку первую налил? Ля-ля-ля-ля-ля. Деньги мамины берет, что не брал, и нагло врет. Ни спортсмен, ни математик. Кто же это? Старший братик. Молодость, сила, красота. Под таким девизом прошел конкурс «Агитбригад». Подобные мероприятия направлены на профилактику наркомании и употребление спиртных напитков несовершеннолетними. В зале присутствовали ученики многих школ района. В конкурсе участвовали 6 агитбригад из 6 сельских поселений. Каждая команда подготовила визитную карточку и выступление на тему антинарко. Эй, молодежь, давай не зевай, эти слова нам подбивай. Я выбираю жизнь. Я выбираю свет. Я выбираю путь, в котором наркотиков нет. Без вредных наркотиков, знай, не бывает. Это зараза, она убивает. Если предложат, покурим давай. Смело подальше таких посылай. Лучшая альтернатива наркомании – спорт и культура. В Василковском районе спорт на высоком уровне. У молодежи есть выбор. Построены спортивные комплексы. На выбор молодым представлено 24 вида спорта. Впрочем, в районе проходит немало культурно-массовых мероприятий, где задействована молодежь. Мы – новая волна. Мы – новое поколение. Мы – будущее России. Мы получаем наследство, прекрасную страну. Какими мы должны быть? Умными. Образованными. Здоровыми. Ответственными. Горячо любить свою родину. Ведь мы – дети 21 века. После выступления агитбригад свое мастерство показали сборная гимнасток детской юношеской спортивной школы «Виктория». А жюри в это время оценивали выступление агитбригад. Лауреат конкурса «Агитбригада. Новая волна» из станицы Новоломороссийской. Получили дипломы за первое место агитбригада «Калининцы», поселок Бейсук. На втором месте агитбригада «Юность», хутор Бесюжок 2. Третье место у березанцев агитбригада